Откройте. Снова здравствуйте, господа и товарищи. Итак, я в пиджаке, в костюме, при параде, все как положено. Не знаю, друзья, выйдет эта серия или нет вообще на экраны, на голубые экраны. Нет, на нормальные экраны. Парни, еду сейчас в Ногинск, еду смотреть двигатель. Двигатель на победу. В общем, такая ситуация. Стоит рама от 69-го газона, на нем двигатель. Какой двигатель, хозяин не знает. 69-й, 20-й, ну именно блок. У меня под оком идет 20-й блок BN, то есть без номера. Двигатель свежепокрашенный, ну, на вид датчики новые, маслонасос вроде новый, торчит видно. Но опять, совсем навесным, он там именно на раме стоит, рама не убитая, все в гараже стоит. У него 69-й газик, и он как бы держит для себя про запас этот двигатель. По ценнику 30-ка. 30-ка за этот двигатель, не знаю. Как он мне опять же сказал пару слов, двигатель сухой, но двигатель прокручивается. То есть проверить мы его сейчас не сможем, потому что он без масла. Это надо покупать масло, ехать к нему, заливать это масло, запускать его. В общем, друзья, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Сейчас валю в Ногинск, время 8 утра. Я уже на Горьковке, стою на повороте на Ногинск, не на повороте, прямо на Ногинск. Направо у нас на Владимир, ну, налево в сторону Москвы, соответственно. Вот он, старый пост ГАИ в Ногинске. 14 минут осталось ехать, уже мужчина звонил, говорит, из дома меня заберите. Вот, гаражи там где-то неподалеку у него. В общем, валим, не знаю, получится там заснять двигатель или нет. Ну, потом хотя бы расскажу вам, что там было. Вот, друзья, еду по Ногинску, возвращаюсь домой. Короче так, парни, посмотрел двигатель. Ух, нифига себе, 12 километров прям. Посмотрел двигатель, двигатель хороший, прокручивается, масло в нем есть. Блок 20-й. Двигатель видно то, что делано, и все на прокладочках, на герметике стоит, на красном герметике, не на белом. Вот. Как бы с человеком договорились на 27 и предварительно на среду, на вечер. Придется сейчас парней собирать, Артема, Вову. Сейчас буду созваниваться со всеми. Так, и доставать УАЗик. Гнать, естественно, забирать двигатель на УАЗике. Весит он килограмм 200 где-то. Но хороший движок, аккуратный такой. Чистенький, хороший. Действительно, мне, честно говоря, понравился. Свечи уже стоят обычного диаметра, с вертышами. Ну, в смысле, вертыш не то, что резьба сорвана была при ПБЦ, а то, что вертыш под современную свечу, но побед диаметр свечи просто больше. Вот. Так что так, друзья, все, валим, валим домой, валим. Итак, друзья, день следующий, уже не в костюме, уже переоделся, и мы едем за двигателем. Едем мы вдвоем свой. Всем привет, всех приветствую. Время без 28, мы там должны быть в 9 утра, потому что Дид нас ждать не будет. Сказал, в 9:01 вас не будет, все, я уезжаю, ну, куда-то по делам надо ехать. В общем, так, все, друзья, валим-валим за двигателем. Шок-контент будет. Да, Вова? Да. Шок-контент. Так, друзья, в электроуглях Вова пошел за водой. В пятерочку. Такая царская пятерочка здесь вообще. Вот садовод. Пить хочется, невозможно. Сейчас этот двигатель тащить, там вообще умрев без воды. Водички купить надо, газировки. Первый магазин закрыт был, пятерка это. Сейчас во второй Вова пошел. Закон подлости какой-то. Куда не сунешься, йогуртом по губам тебе. Пристегнутый, все как положено. В общем, там такая ситуация мутная. Вроде на вторник с человеком договорились насчет двигателя. На то, что мы его заберем. В итоге этому гиду позвонил какой-то чувак Серпухова и говорит, давайте я приеду сегодня, заберу движок. В итоге пацанов у меня нету. Едем мы вдвоем только с Вовой. Как мы будем запихивать эти 200 килограмм, ну я не знаю. Но завтра я себе выходной делаю. Спина мне такое большое, спасибо за все это скажет. Ну и УАЗик заодно выгулить надо. Загрузили вот здесь труб целая куча. Досок, линолеум, миллениум. Бедный мой УАЗ. Непонятно, куда мы только двигатель будем класть. Ну, ничего не придумаем. Стоим в пробке впереди Горьковка. Вон Амкадор что-то там делает. Непонятно, как будто завалился с двумя мигалями. Стоим. Должны быть через 15 минут, но вряд ли мы будем. Все, подъехали вот к гаражу. У тебя хороший УАЗик. Здравствуйте. Здравствуйте. В таком УАЗике так не ездит. Вован, накинешь тогда эти перчатки? Так, давай. И ставим ровно вот так сюда. Да. Раму выкатим.
Раму выключу? Сюда, вот, да, сюда хотят. Ты ровно ставил, так. Хорошо. Ровно, ровно. Хорошо. Ёлки, дров ты привёз. А куда класть мотор-то? Здесь положим, я их по бокам расстреляю. Я один раз взял всего. Так, кстати, случилось. Нет, надо тебя убирать сюда. Не, сейчас мы, Вован, выкладывай. Дверь открой. Выкидывай вообще. Да, да, да. На улице выкидывай пока. Пока поможет, чтобы мотор не болтался. Выбрасывай на улицу, поместись куда-то. Сидушки поднял. Да они не фиксируются. Тут ремешки должны быть. У меня ремешков. А вообще не поднимаются? Они поднимаются, но не фиксируются. А, направь, там поставь направо. Вот. Я сейчас буду под заехать, сдать, соловом. Нужные трубы, зачем? Потом... Все, что дома просто. Данкратов одних, там 4 данкратов. А зачем? Ну мало ли, срам их дернуть. Лучше. Так, теперь надо подумать, что нам тебе подсунуть под бок поставить. Эти доски высокие, да? Да, это высокие. А что, вы карбюратор сняли, мы же договаривались. Вот он, вот он. Я думаю, вы же не отломить эти патрубки снял, чтобы не отломить. Я хотел трамблёр снять. Да трамблёр. Так, думаю, что подставить тебе. Может, тебе подъехать еще? Да, это... Точно. Подъехать-то я подъеду. А, не, давай подкатим. Подкатим, да. Она может быть, а потом положим на эту. Оттуда уходите. Проходит. Борта. Ага. Давай еще опускай, опускай еще. Еще давай? Да, еще, вплотную. Давай, еще, давай. Так, вот тебе под борт будет. Так борт не коснется, не бойся. А, ну да, мы уже не так ощутимся. Да, вот это уже высоко. Да. Высоковато, да. А, вот фанера, убирай. Так, снять на рулевую, что ли, снять, блядь? Будет мешать. Ну, типа, мешает. Сможешь там тягать, отсоединить? А, ну у вас наживление просто? Да, ключи, давай. Да, да, да. Дай ключи тоже. Да не надо, руку иди. А, ну погоди, такой же редукт. Один в один. Проводка, все. Так, сейчас, подожди. А если руки? Еще бы чуть-чуть хоть. А, стоп. Так, баба, подкладывай. Прошу. Минуту. Старайся, чтобы попал на фанеру, не попадает. Нет, на фанеру нет, пока нет. Сейчас давай, что-то. Вован, держи его. Теперь что, падает что-то? Да он этот, сейчас на маслонасос ляжет. Ты его выглядел сюда. Держи. Сейчас, можешь его чуть в ту сторону толкнуть? Давай, вводя на меня. Во, все. Тихо, во, хорошо, даже. Теперь надо опять туда, в эту сторону. Да. Давай, держу тут, давай. Давай. Теперь у нас он не должен провалиться, да? Теперь бы, еще бы поднять бы, чтобы под колоком.
приподнять бы задницу, и мы бы с вами... А не надо, он пойдет-то. Пойдет и пусть. Теперь надо этого поднять, сейчас. Что-то... Удержи движок. Это попало. А что? Мою надо сюда. Володь, попробуй вот. Туда. Да, да, да. Чё? О, всё. Ага, всё. Ну что, теперь он поедет. Теперь он, да, поедет. Домой, на. Ну да, шкив прошел уже, сейчас поддон надо затащить, тебе поддон. Слушай, может лом засунем и поднимем его. Хватит размаху. Лом, тяжелее двигатель. За две вот. Помощь, давай, сделай. Ну все, готовы. Стоп, мне выше надо, ребят, подожди. Залезь выше. Давайте. Подождите. Подождите сейчас. Так, давайте. Тяжко, вон. Тащите туда, попали. Дай, все. Готовы? Да. Держим. Ага. Почти. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть борт не закроется. Опа, все. Хорош, мне кажется. Ну все. Надо что-то. Так, а можно подложить? А сейчас досок-то я набрал, сейчас мы подложим. Так так будет, да? Ну да. Ну все, давайте, власть обкладывать. А, надо хуйню выдернуть, блядь. Да? Да, ну, нужна вам, давайте выдернем. Держи. Это борт тебе. Защита тебе. Так, давай, Вованыч, доски все эти. Да. Ты запомнишь, куда этот? Что насос надо залить маслом. Да, я помню, да. Не забудь, а то, блин, давление не будет. Масло, насос, я помню. Аппарат. Смотри, покраска какая-то. Угу. Не то, что... Уазик, подлак. Да. Хаки. Круто. Ну, сильно не буду разворачивать, так не выношу. Ну, да, да, да. Смотри, пробег прям нулевой. Смотрим все эти таблички. Даже смотри, кривой стартер, все сидушки. Угу, тут кожа прям. Ну не кожа, а хотя... Мебельный. Мебельный? Мебельный. Стартер с педали, да. Заводится. Смотри, смотри, какая покраска. Охренеть. Через прошлого все. Угу. Откройте. Да. Новая. Двигатель перебирали вы на нем? Я его уже судьбу не знаю. Знаете? Я держал это, но думаю, что будет, то будет. А так даже дворнички, все вон родное. Возьми, давай накроем. Да, помоги. Ребят, 69-й сзади лавочки. Да. Аппарат. Ну, накрыло чуть-чуть. Двери, смотри, как защелкиваются, просто раз. Вот, слушай, да, у тебя москвичей не так даже было. Да москвичи у меня были, блин. А у тебя какой москвич? У меня был комби. А, то у меня вот, железки еще есть, москвичи. И тяги. По-моему, у меня старинные вот этот. А, 401-й хотел? Наверное, блядь. Там и помпоршневые, и кольца. Не, я до Победы смотрел, были мысли купить. Ну, что-то все они с документами какими-то кривыми. Ну, я с такой мини. Вот, да, 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 спасибо. Давай. Спасибо. Аппарат. Движку загрузили. 200 килограмм УАЗик сел просто. Все, мы с Вовой едем. Мы с Вовой сила. Да, Вова, покажи бицепс. Вот, 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 вот. Мужчины мы. Отчаянные парни, блин. Вот, короче, все, валим. Валим, валим домой. Как валим? Аккуратно едем. Очень. Окруженный, ё-моё. Ё-моё. Так, друзья, немного вам Ногинск показать. Вот памятник какому-то патриарху. Какому не помню. Провожу, так сказать, экскурсию по Ногинску. Хотя сам в Ногинске второй раз. Вот, парни, такая церквушка. Красивая.
Интересно, как правильно, Ногинска или Ногинска? Друган у меня с Ногинска или с Ногинска, говорит, что с Ногинска? Русь святая, храни веру православную. Такой вот городок. Сейчас, друзья, покажу вам старый дом, очень старый дом. Да, ну так, вроде он едет нормально, даже не шевелится. УАЗик только прыгает. Ну и мы с Вовой прыгаем. А где этот дом-то старый, блин? Здесь такие постройки тоже, древнейшие дома. Да, вот он. Вот он, этот старый дом. Только крыша новая уже. Сейчас помедленнее поеду. Смотрите. Кирпич такой, фасад вообще. Это года 20-е, по моему мнению. Но это не точно. Едем домой. По городу можно максимум 40 километров здесь. Ограничения везде. Итак, друзья, все, приехали дома. Уже дома. Вот он, двигатель. Сейчас будем его выгружать будем на этот палет, на европалет. И поставлю его пока вот сюда. Запускать буду не на автомобиле, а сначала запущу, померю компрессию на нем. Вот, посмотрю вообще, как этот двигатель работает. Ну а дальше уже переставлять, если он стоящий. Если не стоящий, то будем ремонтировать. Как-то так. Давай, Саныч, давай. Ну так хватит, да. УАЗик, главное, не бить. Ты еще пустим, УАЗик жалко. УАЗик жалко. Пиздец, как он жалко. Держу, братан. Держу. Ну нахер. Отец. А что, так можно было, что ли? Вот такой, друзья, двигатель победовский, все как положено, с маркировкой 20, блок безномерной, ну стартер уже современный стоит, вот этот фильтр грубой очистки, генератор сюда, генер москвичевский запихали, причем, блин, нифига себе крепление сделали под него, офигеть просто, я не понял, как это, первое ушко, а вот второе, а, все, теперь понял, да, ну это убираться будет, естественно, скорее всего. Фильтр грубой очистки тоже я буду убирать. Краник здесь почему-то стоит более толстого диаметра, чем вот у меня на Победе. Может, потому что блок более современный. Вот. Ну а так вот блок, сами смотрите, блок новенький. Двигатель собран весь на герметике. Вот прокладочки даже видно свежие. Поддон покрашен, крышка. Ну так он аккуратненько сделан. Видно то, что им занимались. Прокручивается он все как положено. Масло, правда, масло. Ну светлое, естественно, оно отстоялось. Вот. Ну, друзья, по запаху оно, я не знаю, как керосин. Вот. Так что так. Сделано в СССР. Порядок зажигания. Вова, ты опять за спиной ходишь? Да, да. Что же мне еще делать? Ну все, друзья, на этом серия про этот двигатель заканчивается. Дальше уже будем его запускать. Мерить компрессию, запускать, менять масло в нем. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, всем здоровья, всем удачи, всем пока. УАЗик не подкачал, не подвел УАЗик. Живой. Чё ты? Вон, Вова уже заводит этот двигатель.